Всем доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня у нас будет Oculus Rift и программа Cathu, по-моему, она называется правильно. Будет в описании, короче, для VR очков. Я, блять, вообще в восторге от этой программы. Сейчас я вам покажу. Так, я не знаю, как там запись у меня идет, так посмотрим. Рабочий столь. Хотя идет. По-моему. Так, идет? Идет. Так. Вот такого чувачка, короче, я своял. Это так, на быструю руку, в принципе, минут 5. Что-то тяпал-ляпал. Давай посмотрим, короче, что из себя представляет данная программа. Программа интересная, сразу говорю, что-то новенькое. Так, давай как начать новый проект. Как начать новый проект? Home. Так, нажать Home. Так, старт скульптинг. А то он меня назад возвращает. Пам-пам-пам-пам. Давай с менюшкой ознакомимся. Старт скульптинг. Ну, как понимаю, просто удалять слои, скорее всего. А потом заново все. Ну-ка, делит конформ. Делит конформ. Так, все удалили. Иди сюда, сетка. Иди ко мне. То есть можно вот так вот растягивать. Видите, да, у меня? Растяжение сетки. Короче, сетка у нас представлена очень интересно. Знаете, что программа напоминает? Скульптурс. Сразу видно руку разработчика Скульптурса. И он этой программой нагнул ZBrush снова. Потому что они выкупили у него Скульптурс. И думали, он отсвечивать не будет. Он взял и выпустил, зараза, приложение для VR. Я думаю, теперь они будут пытаться выкупить у него приложение для VR, чтобы не дать ему, конечно, развиваться. Так, новые скульптуры с вами выбираем. Он по умолчанию ставит сферу, да? Непонятно почему. А, вот ремеш старт. Что это? Чему? А, изменить количество полигонов, смотри, можно. Размер. Вот я вижу, сетка, да, меняется. Да, меняется сетка. Ну, давай так сделаем. Хотя это сильно мелкая, ну ладно, пускай будет. Так, ремеш. Мы с вами ремешнули сферу, я вижу ее сетку, блин, если близко. Не знаю, видите ли вы. Но у меня это все происходит в 3D пространстве. Не знаю, как меня будет слышно, хорошо, нехорошо, потому что я не переключил микрофон, поэтому, ну уж не обессудьте. Первое видео комом. Короче, самый прикол в этой штуке вот эта ткань. Сейчас я покажу, что это. Короче, когда ты ее дергаешь, можно делать состояние ткани. Вот так вот дергну. Веселюш. Такое я не встречал в программах по созданию графики. Но это прикольно. Очень весело. Очень уж как-то весело прям. Ну, например, подушечку какую-нибудь, да, сделать вам нужно для игры. Она была немного помятая, лежала на краю диванчика вашего. Вот такая подушка у нас. Так, что еще? Делит стопи. Это что такое? Так, удалить.
Start volume drain. Это что такое? Начать какой-то... А, это с нуля рисовать, то есть без всякой хоридобустики. То есть видите, у нас настроено волум, с чем мы можем рисовать. Пастой, квадратами, смягчение, стирание, клейту. Да сейчас посмотрим. Я присяду. Нога, блядь, правда, нет. Слышно меня, не слышно, да. Так вот сделаем. Так вот. Что же мы такое ваяем с тобой, а? Что же это такое? Что же это такое будет? Что-то очень серьезное, наверное. А что квадратом будет делать? Мы сейчас посмотрим далее. Четко надо двигаться, четенько прям, супер. Так, и рис ту. Стирающий ту, да, у нас есть. Ну, например, руины можно забабахать быстро, по-быстрому какие-нибудь. Дырку в этой штуке пробурить, в этой пробурить. Потом кнопки сгладить, по-моему, должно быть, нет? Так, Alt здесь не работает, так что ли? А вот сгладить у нас есть. Так, это что такое? Глина. А, глиномес будет сейчас у нас. Глина наносится, как обычно. Можно соединять, в принципе. Очень классно. Слушай, ощущения прям непередаваемые. Я ни в одном... Я играл много таких подобных вещей. Вот это состояние глины вообще передает, как будто ты наливаешь сверху. Так. Так вот, как-то так вот. Так вот, так вот. И вот так вот. Это у нас будет новый вид инопланетянина. Инопланетный морф. Смурф. А почему нет? Все можем себе позволить здесь. Я вообще считаю, что скульптура подобного рода очень сильно раскрепощает авторов. То есть дает полет фантазии. Поэтому я за развитие технологий в таком ключе, да? Чтобы люди развивались. И радовали нас своими произведениями труда и искусства. Так. А да, так говорю, на быструю руку мы с вами лепаем, 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 смотрим, что получится. Так, можно соединить. Конечно, тоже соединить не помешало. Так. Слушай, супер вообще. Это мне подарок, подгон. Как подарок? Обмен. Так. Я все сидел, думал, покупать, не покупать. А тут бац. Так. Такая вот байда. С вами получается. Прикольно то, что я могу так вот в пространстве получать все, что мне задумается.
Так уменьшим. Такой не могу, да? Хотел такой же трюк провернуть, не получится. Более тонкий надо получить. Так. Идем сюда. Блеск. И еще так куртизанок. Так. Если будет интересно, конечно, ставим лайки. Там потом дальше продолжу скульптить для вас. Создавать скульптуру, мультуру. Так. Что у нас еще здесь есть? Шипы. Шипы позволяют использовать... Что это такое? Как называется? Тумба, что? Что он делает, я понять не могу. Он позволяет добавить типа печати, что ли? Ну-ка давай череп возьмем. Воу. Смотри, что творится. Поменьше сделаем тебе вот так вот, так вот, так вот, так вот. Вот это клясно, типа печать. Подожди, я могу его как-нибудь, я могу меньше, больше, да, сделать. Так, мена. Разрешение у нас, по-моему, тут маленькое. Size power сила. Blur это размытие. Нужно нам размытие. Сила. Не годится. Совсем не годится. Хотя прикольно смотрится. Ну что-то, блядь, с этой печатью еще надо дорабатывать ее, короче. Не так. Ну тут рожу чувака можно поставить где-нибудь, а потом все это в лепку управлять. Кривая какая-то нужна. Да, потом переходишь в модель и начинаешь здесь скульптить. То есть у тебя уже готовая болванка. То есть это мы с вами собирали здесь воксели болванку, как мы вот сферу, да? Теперь мы можем здесь моделировать. Мы выбираем что? А, скульпт. Переконвертировать в Surface. Куда моя фигурка делась? Где она? А, видимо, не выдержала на конвертацию. Ладно. Давай еще порезвимся. Скульпт. А, подожди еще. Программа подвисла, видимо, происходит конвертация. Она ничего не выбирает. Происходит конвертация. Не знаю, сколько там будет полей. И все, конечно, очень прикольно, мне нравится. Судить уже перед собой.
какие-то простые модели можно делать, потом, конечно, дорабатывать это все придется. Но то, что программа зависла, мне, конечно, не нравится. Она реально зависла. Отпусти меня, чудо-трава. Зависла, пробуй. Ладно, это был как бы тестовый запуск по этой программе. Давно в Oculus ничего не запускали. Посмотрим, короче, как оно будет, как на записи. Пишите, что думаете. О, так, ну и увидимся в следующих видео. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.